Всем привет. Мы сейчас в магазине, уже идем домой, идем на кассу. Пока в туалет сходили, я сижу, жду. Вот. Мы пришли за лекарством, потому что долго не забирали. Вот. Забрали лекарство. Вообще написано было, нету дождя. И нету, не знаю, как сейчас там написано. Интересно, мы шли. Облачно написано, что облачно. Обычно пишут проценты, там 10% или 50%. Но пишут, и я знаю, если меньше 50%, я знаю, если меньше 50%, то дождя почти не будет. 30, там 20, это не будет дождя. Этот раз сегодня ничего не писали, но дождь пошел, мы вышли из дома, и дождь пошел. Я записываю. Записываю, без приветствий. Всем привет. Всем привет. Ну, я же должна сказать, всем привет. Как включать телефон, сразу здорово. Ну, я не знаю, в каком видео это буду вкладывать. По 10 раз на день, но здорово. Ну, да. Хлебушек мы взяли. Что мы купили? Мы были в магазине нашем, который возле нас. Это серенький, очень вкусненький хлебушек. Вот, получили лекарства, сходили. Дождя сегодня не было, погода обещали не было, не быть, но дождь был. Ой-ой-ой. Хлебский хлебушек. Вкусненький хлебушек, сейчас мы порежем. Кошка ездили вчера или... Да, подряд да, мы. Вчера. Вчера и сегодня пошли, пошли лекарства забрать. Это сливки нам, кофе, к чаю. Сегодня какой день? Не помню. Не знаю. Подожди. 21 февраля сегодня, потому что у меня там задержания видео были, а теперь буду стараться как-то, чтобы свежие были, не знаю. Мы берем это молочко, это глиняная емкость, фольгой закрытая, вот, заквашивать молоко. То есть оно натуральное, не такое? Да, заквашенное, очень вкусное такое молочко. И... Даже не такое, как... Ой, как же он? Ой, натуральный йогурт. Но это не йогурт, видишь, это закваска. Да, это кислое молоко. Без химии, без вообще. Вот, Света попросила фарш что-нибудь сделать. Да, ну, да, может, что буду делать. Вот, свинина, фарш. Дезодорантик я купила яблочный, самый хороший. Ей нравится яблочный. А они не всегда бывают. Запах самый лучший. Ни Амазонии нету набором. Это как-то... тирамису. Ни в магазине не всегда есть. Вот такое тирамису. Тортик. Это, да. Я не знаю, мы его брали, по-моему. Может, я зря взяла, не знаю. Тортик. Тирамису, в любом случае, вот это не только ты будешь кушать, этот яблочко. Ну да, если что, это она ест, да. А я не знаю. Мы его съедим, он у нас не застоится. Он был, по-моему, так был маленький себе. Так себе был. Не помню. Не очень он был. Вот лучок. Да, мы берем столько лука. Ну, мы надолго, чтобы хватило. Это на сколько? Нет, мы просто очень любим лук. Да. Мы едим много зеленого. И машины нету, и вообще. Потому что мы уже, ну, через... пару недель, наверное, да, опять пойдем, опять, ну, вот на две недели, наверное. Ну, вот, ага, вот столько. Помидорчики наши любимые. Жаль, что мы черри в кастку не взяли, черри надо было взять. Ну, ладно, ну что. Еще опять скоро пойдем, это на две недели, хватит нам. Так, бананчики мы взяли. Снимать это все. Хватит нам пока 4 штучки, через пару недель опять пойдем. Потому что у нас мы в Костко брали апельсины, виноград. Нам хватит тут бананов. Поэтому я думаю, хватит. Так, чесночок у нас кончился. Там был такой чеснок, вот эту головку, один зубчик. Как помидор, да? Да, такие здоровые. Я говорю, я не знаю, куда их брать.
это не наши там масштабы. Свеколку, потому что у нас нету вообще свеклы. Может быть, сделаем как-нибудь. Но сейчас еды полно, поэтому сейчас мы... Морковки. Вот. Морковочка. Кончилось, вообще нету у нас морковки. Горошек у нас тоже кончился. Конечно, мы так не любим покупать, вот там две баночки. Ну да, это мы любим уже пока купить, да, поставить и, ну, пока вот так. Может быть, в Walmart как-нибудь соберемся поехать, там набрать. Соль. Обычная соль. Какая она еще может быть, да? Ну, это розовый, морской, там какой угодно. Это свет к молочку, да? Это на овсяночку. Нам, у нас любимая эта овсянка, она немножко подробленная, не цельная, чуть-чуть. И она, когда ее варишь, она тянется. Так мы любим очень, когда именно тянется. Потому что я знаю, есть люди, которые не любят этого. Вот, и они, наоборот, покупают такую цельную. Сегодня завтракали вареные русские сосиски, яйца и сыр. Этот, ну, который купили, он как... Как русский, как вкусный, ой, да, как российский, да? Да, лапшу не купила. Вот. Света набрала. Не поверите, но два ящика лапши уже кончилось. Она такая вкусная, что я из нее часто готовила. Я, как я приболею. Да, да. И она говорит, мам, давай я тебе запарю. Ну, давай. И вот мы вместе даже едим. И я вначале тоже присела, омлеты делала такие. Яйцо... Там картошечки туда, овощей каких-нибудь там насыпу и замороженных. И вот это, омлеты. И она улетела, эта коробка, прям первая быстро. Вот. Не знаю. Мне понравилась эта лапша. Так, что? Ну все, да, уже. В принципе, показали все продукты. Лекарства. Мои суставы больные. Мазь очень хорошая. Вот, и я чипсы еще взяла, маленький пакет, вот, и мне понравились чипсы, но как-то надо найти удобные для меня какие-нибудь приправы, без приправы, без чеддера, чтобы не было какой-то минимальный, без даже сметаны, может быть, с солью брать, не знаю. Чипсы сами прикольные, ну, качественные такие, плотные, и тоже взяла другие. Я тут раз взяла другие, этот раз другие. Это бренд этого магазина, возможно, не знаю. Сейчас я не помню. Дай мне это покажи. Мне сначала они не понравились. А мне понравились. Но я потом поняла, в чем прелесть их. Нет, это не магазин. Они не присыпанные приправами и не сильно соленые. Это хорошо, что он не сильно соленый, а просто поджаренная картошечка. И мне это, наоборот, любишь. Я потом распробовала и... Вот. Ой. Она такая желтая, это, скорее всего, из-за того, что сейчас это со вкусом чеддера, она. Вот. А если она будет побледнее. Такое ощущение, что она поджаренная, но Не, без сыра, конечно, возьму. Посмотрю, будет она такая желтая или нет. Вот. Ну, вкусненько, так прям. Плотненько такая прям. Все, сметана и чеддер. Ну, мне сметана не нравится, она дает кислоту. А кислоту, скорее всего, какая-нибудь лимонная кислота. Конечно. Поэтому я не хочу брать со сметаной. Надо быть просто безвкусные брать. Хорошие яйца, и тем более хорошие.